Да. Вот. Значит, я на всякий случай повторю на камеру, в смысле на запись, что мы обсудили, что было в прошлый раз, и вот потом сформулировали, и что будет сегодня, и потом сформулировали малую теорему Ферма, привели пару примерчиков, сейчас будем доказывать. Значит, малая теорема Ферма, что в степени p минус 1 сравнима с единицей по модулю p. Ну вот. Значит, доказательства. Ну, давайте, значит, мы живем в ZP. У нас есть числа, то есть мы поняли, что можно считать, что мы живем в ZP, вообще ничего от этого не меняется. У нас есть числа 1, 2, 3 и так далее, p минус 1. А, давайте сделаем следующее. Давайте умножим, выберем какой-нибудь a из ZP. И рассмотрим А, 2А, 3А и так далее, P минус 1А. То есть умножим каждое из чисел от 1 до P минус 1 на А. Рассмотрим вот такие числа. Тогда я утверждаю, что они все разные. Значит, первое. Если по модулю. Что-что? Если по модулю. Не, нет, просто, ну, в смысле, ну да, по модулю, в смысле, по модулю P, да. Все числа A, 2, 3A и так далее, P минус 1A. Мы, ну, мы живем все время, мы живем в ZP. Мы все, все рассматриваем по модулю P, да. Разные. Это понятно или нет? Как это доказывать, что они все разные? Но противно. Ну да. То есть пусть началось два одинаковых, да? Пусть какое-то ИА равно ЖА. Ну, по модулю П. Это значит, что А на И минус Ж сравнимо с нулем. Я просто перенес все в левую часть. По модулю p. Ну вот, а у нас что? А меньше p. И минус g тоже меньше p. И p простое. Значит, а у нас, как бы мы знаем, что все числа меньше, все числа из p, они обратимы. И не делитель нуля. Мы знаем. Знаем, что можно даже было это в принципе не писать. Просто что в ZP нет делителей нуля, так как все обратимы. Ну вот, значит, противоречие. Такого не может быть. Следовательно, противоречие. Ну вот, противоречие с тем, что мы предположили, что они одинаковые. Противоречие вот с этим. Окей? Да? Да. Хорошо. Значит, это мы первое поняли, что, значит, они разные. Давайте тогда их перемножим все. Значит, мы перемножим с одной стороны числа 1, 2, 3 и так далее по минус 1. Давайте напишем. Перемножим. Перемножим. 1, 2, 3 и так далее по минус 1 с одной стороны. А с другой стороны вот эти их умноженные на а. А, 2а, 3а и так далее по минус 1а. Смотрите, по минус 1а. У нас и то, и другое это по минус 1 чисел, которые есть остатки отделения по модулю p. То есть они равны просто, эти два произведения, они равны. То есть А – это какой-то остаток по модулю P. Это какое-то число от единицы до P минус 1. 2А – тоже какое-то число от единицы до P минус 1. Значит, их произведения, они равны, ну, по модулю P, конечно. Окей? То есть у нас был набор остатков от единицы до P минус 1. Мы умножили на А и получили тот же самый набор от единицы до P минус 1. Поэтому, когда мы их перемножим, то получится два одинаковых числа по модулю P.
Нормально? Можно повторить еще раз? Ну, смотрите, у нас были пример. Вот у нас были, например, числа, пусть, не знаю, 5p равно 5. Да? Значит, у нас было 1, 2, 3, 4, да? Дальше, ну, а. Какое а? Не знаю, двойка, да? У нас получилось, мы умножаем их все на двойку. Получилось 2, 4, 6, 8. Но 2, 4, 6, 8 мы только что доказали в пункте 1, что это все разные остатки по модулю p. А именно, это то же самое, что 2, 4, 1, 3. Правильно? Ну, 6 – это 1, а 8 – это 3. Вот. А дальше, если мы перемножим, значит, если мы перемножим их, это значит 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 равно 2 умножить на 4 умножить на 6 умножить на 8 по модулю p. Ну, то есть эти вот числа a, 2a, 3a и так далее по минус 1a, это те же самые числа 1, 2, 3, 4, просто как-то переставленные. Нормально? Да, спасибо. Ага. Вот, поэтому это просто, ну как, если мы эти числа на переставленные перемножим, получится одно и то же число. Произведение всех чисел от единицы до p минус 1. Вот, ну, значит, расписываем вот это произведение. С одной стороны получилось p минус 1 факториал, а с другой стороны a в степени p минус 1 умножить на p минус 1 факториал. По модулю p они равны. Ну, отлично. Теперь смотрите. У нас получилось следующее, что, ну, давайте перенесем в одну часть, получится, и вынесем p минус 1 факториал за скобку. Получится p минус 1 факториал умножить на a в степени p минус 1 минус 1 сравнимо с нулем по модулю p. Правильно? То есть у нас получилось, что p минус 1 факториал умножить на a в степени p минус 1 минус 1 делится на p. Но при этом мы знаем, при этом, так, вы задавайте вопросы, если что-то непонятно. При этом p минус 1 факториал, ну, не делится на p, так как p простое. А это произведение чисел меньших p. Следовательно, a в степени p минус 1 минус 1 делится на p. По лемме Евклида. По лемме Евклида. Ну, а это означает в точности, что a в степени p минус 1 минус 1 сравнимо с нулем по модулю p, или, значит, а в степени p минус 1 сравнимо с единицей. Так, вопросы. Все, мы вроде доказали все. Не слишком ли быстро это произошло? Вот теорема проста. Ну да, 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 нет, вообще ничего сложного. Еще раз вкратце пройтись по всем доказательствам. Да, давайте. Значит, смотрите. Вот еще раз. Сначала мы взяли, просто рассмотрели числа от единицы до p минус 1. Сейчас я вот так. Вот взяли числа от единицы до p минус 1. Дальше взяли любое a и домножили каждое из чисел 1 p минус 1 на a. Вот, например, мы взяли числа 1, 2, 3, 4, как вот в этом примере синеньком. И домножили на двойку. Получилось 2, 4, 6, 8. Такие два набора чисел. Дальше мы заметили, что все эти числа a, 2, a, 3, a и так далее, p минус 1, a, они все разные. Потому что если бы они были одинаковые, то вот тут такое рассуждение стандартное. Пусть есть два совпадающих, тогда получилось бы, что, опять же, произведение двух чисел меньших p делится на p. Так не бывает. Вот.
Хорошо, значит, они все разные. Значит, вот как мы поняли здесь, эти два, вот у нас есть два набора из p минус одного числа. Это одинаковые наборы, просто переставленные. Просто один это переставленный другой. Значит, если мы перемножим, то будет одно и то же число. Ну вот как здесь. 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 равно 2 умножить на 4 умножить на 1 умножить на 3. Ну, то есть равно 2 умножить на 4 умножить на 6 умножить на 8 по модулю P, по модулю 5. Вот, перемножили, получили уже, вот, получили такие выражения. Вот эти. Вот это перемноженные эти два набора. С ашками и без ашек. Тут P-1 чисел, поэтому получилось A в степени P-1. Значит, перемножили. Ну, а дальше надо заметить ровно то же самое, что мы уже один раз замечали. Ну, вот мы перенесли в одну часть, получилось вот такой множитель или такой множитель. И P-1 факториал не делится на P. Потому что там опять произведение, ну, вот так же, как мы здесь, так же, как мы в пункте 1 доказывали. Вот эти произведения этих P-1 числа, они не делятся на P, потому что не все меньше P. Потому что нет делителей нуля в ZP. Значит, по лемме Евклида, если у нас как бы два произведения двух чисел делятся на P, и одно из них с P взаимно просто не делится на P, значит, другое делится на P. Значит, A в степени P-1 делится на P. Ну все, а это то, что мы хотели. Нормально? Да, нормально. Хорошо. Так, еще какие-нибудь вопросы? Еще какие-нибудь вопросы? Хорошо. Отлично, отлично. Тогда следующее, что там у нас в плане? Теорема Вильсона, кажется. Да, давайте теорему Вильсона и обсудим. Значит, ой, не то. Теорема Вильсона. Она говорит следующее, что p-1 факториал сравнимо с минус единицей по модулю p. Ну, p опять простое. То есть мы понимаем, что p-1 факториал не делится на p, но более того, мы на самом деле можем сказать, что p-1 факториал сравним с минус единицей. Ну, значит, опять какой-нибудь пример давайте. Пример. Ну, у нас любимый пример это ZP. Ой, Z5. Значит, мы перемножаем 1 на 2 на 3 на 4, получаем 6 в 4, 24. И это действительно сравнимо с минус единицей. По модулю 5. Да, ну сейчас понятно, да, что такое минус единица? Минус единица это то число, которое мы прибавляем к единице, чтобы получить 0. То есть это как бы. То есть вот 4 это минус единица. Я не помню, мы обсуждали просто это или нет. А тройка это, например, минус 2. А двойка это минус 3. Вот. То есть 24. Единицы не хватает до 25, поэтому это минус единица как раз. Ну или, например, Z7. 1 на 2, на 3, на 4, на 5, на 6. Уже сложнее, значит, 6. Давайте так, вот 2жды 3 – это 6. Это минус 1, правильно? 4жды 5 – 20. Это сколько? Это 6. Значит, минус 6. Получилось минус 1 умножить на 6 умножить на 6. Значит, минус 6 это наоборот 1. Да? Получилось просто 6, а 6 это как раз минус 1. Так, согласны все с таким супер неудобным вычислением? Минус 6 это 1. 6 это минус 1. 4 на 5 это 20. Действительно, по модулю 7. Там 14, поэтому получается 6.
Хорошо? Значит, как доказывать? Какие идеи? По определению. Ну, в смысле по определению? У нас же по определению А сравнимо с Б по модулю П, это значит, что А минус Б делится на П. Да. И все. А типа доказывать, что П минус 1 факториал плюс 1 делится на П. А как это доказывать? Может легче сравнить P-1 факториал сравнить с P-1? P минус 1 факториал сравнимо с P минус 1. Сравнимо с P минус 1. Ну, а это как... То есть, может быть, а как это доказывать? Нет, кстати, может быть, это и можно как-то добить. Но пока... Ну, нет, принимаются идеи дальше. Да, то есть, как бы как. То есть надо доказывать, что P минус 2 факториал сравнимо с единицей, например. То есть это то же самое, что доказывает, что P минус 2 факториал сравнимо с единицей. То есть, в принципе, мы, конечно, это и докажем, наверное, так, если по-честному. Но... Так, еще идейки. Ну хорошо, вот как можно было бы, то есть мы на самом деле много уже всего знаем про ZP. То есть, давай, что мы знаем про ZP? Давайте так. Что знаем про ZP? А можно ли P минус 1 факториал возвести в P минус 1 степень? Можно. Если мы просто возьмем степень, то мы можем убрать все элементы до P минус 1. Ну, потому что у нас была теорема, малая теорема Фермата. Да. У нас получается просто P минус 1, в степени P минус 1 должно быть единицей. Не, ну хорошо. Мы вот это хотим доказать. А как, то есть, и как мы, используя вот это, что-то будем понимать? Нет, извините. То есть выглядит сложным. Ну а что мы знаем про ZP? Давайте просто как бы накидаем фактов. Что мы знаем про ZP? Ну, хоть что-нибудь. Ну хорошо, вот знаем, вы правильно сказали, там знаем малую теорему. Ой, да, малую теорему Ферма, только что доказали. А что с прошлого раза знаем? Давайте вот даже я открою. Значит. Ну вот реально, что мы с прошлого раза знаем про ZP. Ну хорошо, вот мы знаем там эту лемму Евклида, которую мы используем и везде. Там про алгоритм Евклида знаем, а про ZP само что знаем. Ну, там все обратимые элементы. Да, вот на самом деле, как бы единственное, что мы знаем, вроде как, что все элементы обратимы. Все элементы обратимы. То есть для любого, А от единицы до P-1, да?
пишет, вот единица dp минус 1 существует, а в минус 1, который тоже от единицы dp минус 1. А мы тут берем, когда мы рассматриваем p минус 1 факториал, мы как бы их все перемножаем. Да? Я хочу такую идею вам заронить, что, типа, смотрите, у нас есть вот эти числа от единицы dp минус 1, и там у каждого есть обратный. Но если мы а умножаем на а в минус 1, то получается единица. И вроде как мы их все перемножаем, и там у каждого есть обратный, вот должна получиться вроде как единица. Понятно, что я, на что я намекаю? Ну вот мы перемножаем, поймем один факториал. Это 1, 2, 3, 4, 5 и так далее по минус 1. Вот мы берем двойку. У нее где-то есть обратный. Ну, я уже не знаю, по какому модулю живем. Где-то есть обратный. Мы их вычеркиваем, они дают единицу. Берем тройку, у нее тоже есть обратный. Мы их вычеркиваем. Ну и так далее. Но тут как бы где-то в этом рассуждении есть ошибка, потому что если так рассуждать, то у нас получится единица. А должна получиться минус единица. Да? Можно еще раз повторить? Не уловить. Ну смотрите, идея такая, что у нас все обратимы. Обратимы – это значит, что есть обратный, и он тоже от единицы до p минус 1. Значит, вот у двойки есть какой-то обратный. Но опять же, вот возвращаясь к нашему суперпримеру, вот 1, 2, 3, 4 мы берем двойку. У нее есть обратный. Это тройка, правильно? У нас там нечетное количество должно быть. От 2 до p минус 1 их нечетное количество. Если мы же пытаемся взять обратимый, то мы должны либо, чтобы число было сам с собой, либо найти пару. Да. Вот в этом и дело, действительно. Ну вот смотрите, видите, мы у двойки нашли пару. Тройка. 2 3, 6. 2 и 3, они взаимно обратны, потому что 2 умножить на 3, это 6, это 1. Поэтому мы их зачеркиваем просто, но они в произведении дают единицу. И тут остается четверка, которая как раз минус 1. А вот здесь, в этом примере, там, берем двойку. Кто обратный у двойки по модулю 7? Четверка. Да, 4. Мы, значит, вычеркиваем 2 и 4. Ну, они вычеркиваем, в смысле, они в произведении дают единицу, и нам как бы она убивается. Берем тройку. У нее кто обратный? А вот это 5. Да. У нее обратные 5, они тоже сокращаются. Но и остается 6, которая минус 1. Вот. То есть хочется сказать на самом деле, хочется понять, у каких чисел, вот это первый вопрос был у нас, а второй вопрос, у каких чисел обратный совпадает с ним самим? У каких чисел обратный совпадает с самим числом? Если мы все такие числа найдем, то мы все хорошо будем знать. А именно, все остальные разбиваются по парам. Да? Ну вот здесь у нас, например, в Z5 только у четверки обратный совпал с ним, а в Z7 только у шестерки. А все остальные разбились на пары. Как бы хорошо бы, чтобы так всегда было. Да, это было бы идеально, чтобы вот от 2 до P-2 они бы разбились на пары, P-1 как раз минус единица. P-1 в квадрате это будет P квадрат плюс 2P, не, минус 2P плюс 1. То есть он сам собой дает единицу. Да. P-1 это действительно, то есть, действительно вот как бы ответ, ну, 1 в минус 1 это 1, да? И P-1 в минус 1
Это P-1. Ну, действительно, потому что можно, как вы сказали, а можно сказать, что P-1 это же просто минус 1 в минус 1. Но это тоже это минус 1, потому что минус 1 умножить на минус 1 это 1. А можно действительно P-1 возвести в квадрат. И это будет P квадрат минус 2P плюс 1 сравним с единицей. Вот, то есть два таких числа мы знаем, единицу и p минус 1. А хочется сказать, что... То есть хочется... Хочется доказать, что числа 2, 3 и так далее, p минус 2, не такие. Не такие, то есть обратный... Обратный не совпадает с ним самим. И тогда они разбиваются на пары, и все хорошо. Так вот, план. Ясен ли план? Ну, с одной стороны, доказать то, что... Смотрите, все-таки про план. Понятен план или что-то запутались? Это легко, наверное, доказывается. Можно взять какое-то число p минус i, где i меньше p, возвести в квадрат. Получается p квадрат минус 2 по i плюс i квадрат. Ну, логично, что p квадрат делится на p, минус 2p делится на p. А и квадрат должен давать единицу. Да. То есть на самом деле вопрос такой. На самом деле вопрос такой. То есть это равно действительно сравнимо с и квадрат. И вопрос такой, что мы ищем решение уравнения. Уравнение x в квадрате равно единице, ну, по модулю p. Да? Как бы вопрос. Вот мы решаем уравнение x в квадрате равно единице. Но по модулю p. Если мы найдем все такие x, то будет нам счастье. Да? Ну, давайте я сравним и напишу, чтобы... Ну хорошо, давайте решать. Как бы у нас получается, это равносильно тому, что x в квадрате минус 1 сравнимо с нулем. Это равносильно тому, что x минус 1 на x плюс 1 сравнимо с нулем. Да? Ну смотрите, получили мы, что хотели или нет? Ну, кажется, что да. Потому что у нас получилось, что... Смотрите, у нас делителей нуля нет. У нас, напоминаю, что нет делителей нуля. Следовательно, эта штука равносильна либо x минус 1 сравнимо с нулем, либо x плюс 1 сравнимо с нулем. Как нас в школе учат. Как бы тут... Когда мы живем в ZP, у нас все те же правила, как бы, как нас в школе учат. У нас, если произведение двух чисел равно нулю, значит либо одно равно нулю, либо другое равно нулю. Ну, по модулю P все. Ну, значит, либо x равно единице, либо x равно минус единице, то есть P минус 1. То есть либо x равно единице, либо x равно P минус 1. Все, других вариантов нет. То есть мы нашли ровно два числа, которые взаимно обратны себе, а все остальные разбиваются на пары. То есть мы доказали, что числа 2, 3 и так далее p минус 2 разбиваются на пары взаимно обратных.
Ну и все. И значит, все произведения всех, значит, p минус 1 факториал. Это p минус 2 факториал умножить на p минус 1. Здесь все числа забиваются на пары. И получается единица. И остается p минус 1. Просто p минус 1. Ну, везде сравнимо. И это минус единица. Так, вопросы. Мы p минус 2 факториал можем как бы отбросить, потому что он сравним с единицей. Да, потому что там все числа разбиваются на пары, вот как, ну, как здесь, да, как вот в этом примере. Мы от 2 до 5 все разбивается на пары. И так происходит всегда, которые на пары в произведении дающие единицы, поэтому все дает единицу, и мы как бы умножаем на единицу, значит, ничего не происходит. И так происходит всегда, потому что мы доказали вот про это уравнение, да. Мы просто реально прямо физически нашли, какие числа. Ну что значит решаем уравнение x в квадрате сравнимо с единицей? Ну, значит, ищем те числа, которые при перемножении на себя дают единицу, то есть которые обратны сами себе. Вот мы их нашли. Это только единица и p минус 1. Мы их взяли все, кроме них, от 2 до p минус 2. Но это p минус 2 факториал. Там все разбиваются на пары взаимно обратно. Так. Вопросы? Еще вопросы? Хорошо. Так. Тогда... Так, все нормально, да? То есть вот мы, как бы опять же, ничего сложного, как правильно было замечено, тут ничего сложного не происходит. Ну, просто вот аккуратно такие рассуждения. Видите, значит, у нас было как бы две идеи. В теореме Ферма, мало теорема Ферма, была идея перемножить все числа и сказать, что это одно и то же получается, два произведения. Тут была идея... ну, собственно, тут мы заранее перемножили все числа. А тут мы еще поняли, чему это равно, да, что-то про обратное поговорили. Хорошо. Значит, давайте, наверное, дальше поговорим про основную теорему арифметики все-таки. Значит, основная теорема арифметики. Основная теорема арифметики. Упс. Вот. Ну, что она говорит? Значит, теперь мы живем в целых числах. Сейчас мы живем не в ZP, а в Z. Живем в Z просто. Что любое целое число, любое A из Z, раскладывается, раскладывается на простые множители. На простые множители однозначно с точностью до порядка разных простых множителей. Вот. И тут на самом деле множителей. Ну, тут как бы вроде как пример, наверное, никакой не нужен. А, так, а вы хотите перерыв? Сейчас вроде 9.45 как раз. Можно устроить небольшой. Давайте, хорошо, тогда давайте сейчас как раз. Тогда давайте 5 минут перерыв. Сейчас я попробую запаузить запись. Нажимаю вот так. Хорошо. Значит... Да, давайте я для тех, кто подошел,
При этом количество человек в зуме уменьшилось. Ну ладно. Значит, для тех, кто подошел, скажу, что мы доказали малую теорему Ферма и теорему Вильсона за первую половину. Две такие, на самом деле, несложные простые теоремы. Вот. Даже, кажется, все записано. Значит, а сейчас мы будем доказывать теорему еще проще, но с подвохом, как бы, что мы умеем раскладывать числа на множители. Смотрите, сложность, то есть, ну, как бы тут две части. Существует разложение единственное, значит, две части существуют и единственное. Но существование разложения, как бы, вроде как понятно, потому что мы берем первое существование, и тут никакого подвоха нет. Мы берем А. Если оно простое, то все хорошо. Если простое, тут просто как бы алгоритм. Если простое, то ок. Если нет, то просто А это какое-то там B умножить на C. Оно составное. И для B и C проделаем то же самое. Для B и C то же самое. Вот и конец алгоритма. Да? Понятно, что он, алгоритм заканчивает работу, потому что у нас числа уменьшаются по модулю. Значит, алгоритм закончит. Господи, что с моим почерком? Закончит работу. Так как модуль B и модуль C, они меньше, чем модуль A. Ну вот, поэтому с существованием нет проблем. Вот мы получили какое-то разложение на простые множители. Ну вот теперь вопрос про единственность. Единственность. И априори это не очень понятно. Потому что вот у нас есть число, и оно равно там P1 в степени альфа 1 на pk в степени альфа k. И оно равно там q1 в степени бета 1 qm в степени бета m. Вопрос, как доказывать, что эти разложения одинаковые на самом деле? Ну вот что, они различаются только порядком множителей. Наверное, можно перенести все в одну часть и сказать, что это сравнимо с нулем по модулю А. Да. Хорошо. Действительно, это будет сравнимо с нулем по модулю P. P1 в степени альфа 1. Pk в степени альфа k. Сравнимо с нулем по модулю P. По модулю А. По модулю какому? По модулю А, да. По модулю А. Непонятно пока. Вот по как... А что А же не обязательно простое? По модулю P и T может быть какой-нибудь. Ну вот, да, то есть надо как-то... У нас простые числа тут, вот эти P-шки и Q-шки, да? Я тут не сказал, но вроде это очевидно, да, что P... Вот эти все P и Q1, Qm – это все простые числа. Простые. Да, то есть, например, можно, как сказать? Ну, давайте, во-первых, считать, что мы все одинаковые, что все эти числа там разные, да, P и Q, что если были одинаковые, то мы на них сократили. И все эти числа P1, PK отличаются от Q1, QM. Ну и давайте посмотрим на, там, на P1 и Q1. Ну или, например, вот на Q1. То есть действительно, эта штука сравнима с нулем, например, по модулю Q1. По модулю Q1. Ну или можно даже по-другому сказать, что вот P1 в степени альфа 1
и так далее, pk в степени альфа k делится на q1. Правильно? Ну, потому что второе слагаемое делится. Да? Что вот из этого можно сделать? Какой может вывод из этого сделать? Ну, какой-то из p и d должен быть равен q. Да, да. То есть, смотрите, тут и рассуждение такое, что вот мы говорим, например, запишем это вот так, что это p1 умножить на все остальное. p1 в степени альфа 1 минус 1 и так далее. Делится на q1. Да? Ну, даже не важно, не равно. Просто. И смотрите, то есть можно считать, и теперь предлагаю вспомнить лемму Евклида. Значит, по лемме Евклида у нас какая ситуация, что ну, а у нас, ладно, уже было. У нас какие-то числа а умножить на b делится на q1. Вот это вот а вот это b. И при этом b и q1 взаимно просты. Нод b и q1 равен 1, потому что мы предположили, что все p-шки отличаются от всех q-шек. То есть давайте где-нибудь тут напишем. Пусть p-и-ты не равны q-житам для любых и-жи. Ну, потому что на одинаковые можем сократить. Поэтому вот так вот, да? То есть вот среди этих p1, pk нет тех, которые делятся на q1. Поэтому они все простые, и поэтому нод их равен единице. Вот. Значит, нод b и q1 равен единице, следовательно, по лемме Евклида, а делится на q1. То есть p1 делится на q1, а мы... Это противоречие. Потому что мы предположили, что они все разные. Раз p1 делится на q1, то значит, что, ну не знаю, p1 просто равно q1. Потому что два простых числа. Все. Вот смотри, как бы, все, мы доказали, но... То есть это было быстро и вроде несложно, но тут есть ключевой момент, что мы, как бы, если бы мы не знали, что вот в этом месте, если бы мы не знали там лемму Евклида, то мы бы как бы не смогли понять, потому что нам как бы мы объяснили, что, например, обязательно кто-то из них должен делиться на q1. Но непонятно, а вдруг там никто не делится, а их произведение делится. У нас же как бы пока нет основной теоремы арифметики. Так. Окей или не очень окей? А можно и еще раз, почему вы там сказали, что разность делится по модулю на q1? Ну, потому что, смотрите, вот мы изначально взяли, ну, вот два разных разложения и сразу предположили, что все простые числа разные. То есть, если были одинаковые, то мы на них сократили. То есть, все p-шки отличаются от всех q-шек. Но это два одинаковых числа. Теперь просто смотрим их остатки, ну, у левой и правой части вот здесь, определение на q1. Но правая часть делится на q1. Значит, левая часть тоже делится на q1. Поэтому получается, что вот левая часть делится на q1. А... Хорошо? Mm-hmm. Ну вот. А дальше это как бы как раз простой момент. Тут ничего хитрого нет. А дальше хитрый момент, что мы хотим из этого, из того, что вот эта штука делится на q1, ну, как бы можно было бы, если мы никакую аккуратную теорию не строим, сказать, что вот там простые числа разные делятся на какое-то другое простое число. Очевидно, что какое-то из них просто совпадает с этим простым числом. Но это как бы не очевидно, потому что из каких соображений это очевидно? Вдруг они
по отдельности все не делятся на Q1, а их произведение будет делиться на Q1. Как бы мы ничего про это не знаем. Но тут нам помогает лемма Евклида, которая говорит, что действительно, если есть произведение двух чисел, одно из них точно не делится на Q1, то другое точно делится. Понятно что-нибудь, что я сейчас говорю, или не очень? Понятно все. Хорошо. То есть, вот как бы давайте я даже напишу, может быть, что как бы важно, что не очевидно, что если P1 в степени альфа 1 и так далее, Pk в степени альфа k делится на Q1, то кто-то из то существует и такое, что PI там равно Q1. Вот это не очевидно. Это не очевидно, и это мы доказываем с помощью леммы Евклида. Вот. Это основная теорема арифметики, и на самом деле, ну вот мы доказали ее для целых чисел, а так вообще в разных кольцах, ну не в любом кольце существует такое разложение на простые множители, то есть, ну это может быть у вас на алгебре будет когда-то какая-нибудь такая теория колец, может нет, но в общем есть разные там другие еще кольца, и не везде есть такое, такие кольца, в которых есть разложение на простые множители, называются факториальными. Вот не всегда оно есть, это разложение. Но в целых числах есть. Короче, еще одно важное применение лемма Евклида, и мы тут не попали в просак, ни к какому противоречию не пришли. Хорошо. Значит, что дальше я еще хочу сказать? Ну, давайте дальше... Так, вопросы. Хорошо, если вопросов нет, тогда давайте дальше пойдем к линейным диофантовым. Я там на самом деле в плане пока пропустил теорему Эйлера, но может быть вы ее докажете в листочке, я вот что думаю. А мы поговорим про линейные диофантовые уравнения и про китайскую теорему об остатках. Значит, диофантовые уравнения, ну, линейные диофантовые, ну, видите, диофантовые уравнения. Мы сейчас как бы, следуя плану, развиваем всякую теорию, такую базовую, в ZP, про остатки что-то обсуждаем, кучу разных утверждений доказываем. Вот, и сейчас плавно переходим к тому, что будем решать всякие какие-то уравнения, более или менее тоже по модулю P. Сначала вот начнем с линейных. Значит, прошу прощения. Что такое диофантовое уравнение? Диофантовое уравнение – это уравнение, значит, это уравнение вида AX плюс BY равно C, где A, B, C даны, а XY неизвестны. Вот. Ну и мы будем такие уравнения решать. Значит, давайте начнем. То есть сейчас научимся решать. Начнем с простого случая. Вот пусть мы решаем уравнение просто там, первое. AX равно B. А это решается в целых числах? Да, мы решаем как бы в целых числах. Но даже давайте... Мы будем, ну, как бы это будет каждый раз уточняться. Мы решаем либо в целых числах, либо там по модулю n.
Давайте вот сейчас вот, давайте скажем, что это мы решаем, ну как бы, если мы решаем в целых числах, то это уравнение не очень понятно, как решать, да, а если мы решаем по модулю n, то как такое решать? То есть чему равно x? B умножить на обратный k. Ну да, 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 да. Просто x это b умножить на в минус 1. По модулю n, ну конечно, если а в минус 1 существует, то есть если нод A и N равен единице. То есть мы просто можем найти сразу X. Вот замечательным образом. Хорошо. Теперь второе, как бы следующий шаг, если мы решаем какое-нибудь такое уравнение, типа AX плюс BY равно нулю. Уже в целых числах просто. X, Y. Ну, в целых числах давайте. В целых. То есть X, Y принадлежит Z. Что тут можно было бы сделать? Как найти какое-нибудь решение? Как найти все решения? Можно выразить X через Y или Y через Z. И что дальше? У нас как бы одно уравнение. Можно вместо y любые числа вставлять, будет получать соответствующие x. А, ну, да. Согласен, согласен. То есть вы говорите, что там. Согласен. Давайте я то же самое, что вы сказали, просто по-другому сформулирую. Значит, это можно переписать так, что это ax равно минус by. И у нас, я напомню, что А и Б фиксированные числа, да? Но это значит, что x делится на b, правильно? А y делится на а. Не факт. А, ну не согласен. Давайте, смотрите, давайте сократим. Тут вот вы хотите сказать, что если нот А и Б, если А и Б делится на какое-то число, то там это не обязательно выполнено. Да. Давайте сразу будем считать, что А и Б взаимно просты, потому что вот изначально в исходном уравнении мы можем поделить на их общий делитель. Ну. Значит, действительно, давайте это напишем. Поделим на нот А, Б вот это вот. И будем считать, что нот АБ равен 1. Ну, просто можно, если там и А, и Б делились на 7, то разделим на 7, это ничего не изменится. Поэтому действительно тогда это будет уже верное утверждение, что Х делится на Б, а Y делится на А. Да, спасибо. Ну вот. То есть можно написать, что x это какой-то bk, а y это какой-то ak. Это только с минусом, видимо, минус ak, где k пробегает целые числа. То есть я хочу сказать, что любое решение такого вида, любая пара такого вида будет решением. Любая пара x, y такого вида это решение. Ну, вот это то, что вы говорили. Мы как бы немножко по-другому сказали то же самое. Согласны? Ну, потому что если мы подставим, получается
А умножить на БК равно минус Б умножить на минус АК. Равно тоже АБК. Но вопрос, почему других решений нет? Так, ну хорошо. Во-первых, понятно ли, что вот эти все штуки решения, а во-вторых... Как бы, почему, то есть это мы вроде обсудили. А во-вторых, почему других нет? Так, ну хорошо, давайте, вопрос номер один. Понятно ли, почему все такие штуки решения? Да, понятно. Да, вроде это понятно. Теперь, почему других нет? Ну смотрите, ну как, пусть мы поняли, что если есть какое-нибудь решение вот здесь, что если есть какое-нибудь решение, то обязательно x делится на b или y делится на a. То есть если xy решение, то обязательно x делится на b и y делится на a. Ну, значит, оно такого вида. Следовательно, оно описанного вида. Ну, следовательно, оно какое-то из этих, из описанных. Следовательно, это решение уже учтено вот здесь. Правильно? То есть ничего другого не может быть. Нормально? Ну, то есть, ну, сейчас, как бы мне что-то кажется, что это совсем очевидно, или вам не кажется, что это совсем очевидно? Ну, давайте какой-нибудь пример. Вот мы решаем уравнение там. 2х плюс 3у равно нулю. Значит, мы говорим, что все решения, которые, то есть мы говорим, что x обязательно делится на 3. X делится на 3, других вариантов нет вообще. И y делится на 2 тоже обязательно. Тоже других вариантов нет. Просто всегда любое решение должно быть такое. Но тогда возьмем, значит, если x делится на 3, мы можем написать, что x это 3k, где k это целое число какое-то. Ну, хорошо. Тогда там подставим туда, получится 2 умножить на 3k равно минус 3 умножить на y. Но у нас как бы получается, что y это минус 2k. То есть можно вот так сказать, да? Получается, y это минус 2k. То есть y должен делиться на 2 и в произведении на тройку давать 6k. Ну, то есть действительно получается y равно минус 2k. Вот и получается ответ. Это как бы xy равно, что-то у нас получилось, 3k минус 2k, k пробегает z. Нормально? Прием. Да, нормально. Хорошо, хорошо. Значит, ну вот, мы разобрались вот с такими, Теперь, если не нулю равно, а чему-то? Ax плюс by равно какому-то c. Тоже в целых числах. Целых
числах. Ну, что тут как бы обязательно должно происходить? Понятно, что вообще, чтобы это могло решаться, то есть какое условие можно придумать, чтобы вообще были решения? Ну, смотрите, тут было А и Б. Да-да, вы что-то начали говорить, кто-то начал что-то говорить. Может быть, чтобы у А, Б и С был какой-то общий делитель? Ну да, да. Примерно это я хотел сказать. Что давай, у А и Б есть какой-то нод. То есть А делится на нод АБ, Б делится на нод АБ, значит, и С тоже должно делиться на нод АБ. То есть решение есть, только если С делится на нод АБ. То есть С должен или должно делиться на нод АБ, так как левая часть делится на нод АБ. Ну, у нас левая часть А делится на нот АБ, Б делится на нот АБ, значит, левая часть делится на нот АБ, значит, и правая часть должна делиться на нот АБ. Вот, поэтому, если вдруг С не делится на нот АБ, то решения точно нет. То есть, если С не делится на нот АБ, то решений точно нет. То решений нет. Ну вот, а если делится, то давайте поделим, как в прошлый раз. А если делится, то разделим и получится какое-то уравнение новое. А1х плюс b1 y равно c1, при этом уже нод a1, b1 равен единице. То есть мы опять можем считать, что нод a1 и b1 взаимно просты, и решаем какое-то такое уравнение. Хорошо. Значит, ну, теперь план будет такой. Значит, сначала план. Сначала решим уравнение AX, A1X плюс B1Y равно 1. А потом уже равно C1. Вот вопрос, как решить уравнение AX, А1x плюс b1y равно 1. Ну вот у нас нод а1 и b1 равно 1. Ну что? Как решать? Ну смотрите, тут надо что-то вспомнить. Решаем вот это. Ну что вспомнить? Надо вспомнить
алгоритм Евклида и прошлую лекцию. Как решать А1х плюс B1у равно 1, если А1 и B1 не помещаются, если нод А1, B1 равен 1. Ну как, по линейному представлению нод есть линейное представление нод. Я помню, что понимаю, что это, конечно, не очень хорошо получилось, что у нас две лекции подряд, как бы и не было семинара. Вы не успели потренироваться. Но вы помните, я надеюсь, ну, нет, неважно, надеюсь или нет, короче, что на первой лекции мы обсуждали, да, что если у нас числа взаимно простые, то найдутся такие x, y просто, что А1х плюс b1у равно 1, причем у нас есть алгоритм, как эти числа x, y искать. То есть есть алгоритм, как, но какую-то одну пару, как искать одну такую пару x, y. Смотри лекцию 1, правильно? С этим согласны? Согласен. Вот, то есть мы пока не умеем решать, но мы умеем находить одну пару с помощью вот обратного хода алгоритма Евклида. Мы, значит, как в прошлый раз, мы так разворачиваем, ну, эти остатки свои и получаем. Давайте, значит, скажем, что это какие-то решения x0 и y0. Как искать одну пару? Значит, пусть x0, y0 – это одно решение. Одно решение. То есть a1 x0 плюс b1 y0 равно 1. Ну, отлично. Тогда, значит, мы сразу же автоматически нашли решение уравнения a1x плюс b1y равно c1. Следовательно, пара x0, c1, y0, c1 – это решение, ну, с очевидностью просто подставим, получится c1, решение a1x плюс b1y равно c1. Это, ну, какое-то решение, какое-то одно решение уравнения. Согласны? Прием. Да, согласен. Да, хорошо. Значит, нашли. Теперь как найти все решения? Тут как бы третий пункт у нас. Теперь ищем все решения. Ищем все решения. Ну, тут давайте скажем так, что идея такая. Любое решение там x, y уравнения вот этого, точнее, ну, сейчас мы докажем, что это любое решение, но вот если мы возьмем решение, давайте по-другому я скажу, чтобы было прямее и понятнее. Значит, ищем все решения. Значит, как бы факт один, что если мы к x0, y0 прибавим, к x0, y0 прибавим любое решение уравнения a1x плюс b1y равно нулю, то получится
новое решение нашего уравнения. Решение уравнения a1x плюс b1y равно c1. Тут как бы, ну, к гадалке не ходи, если мы... У нас было решение уравнения с правой частью c1, мы прибавили к нему решение уравнения с правой частью равно нулю, то в сумме получилось решение уравнения с правой частью равно c1. То есть x равное x0, значит, а у нас там что было? Давайте перепишем прям. Как бы мы там писали вот так вот, да? А bk минус ak. То есть x0 плюс b1k y равно y0 минус a1k. Уж точно решение. a1x плюс b1y равно c1. Так, вот это понятно? Да, понятно. Ага, хорошо. Ну да. Значит, мы прибавляем. А вопрос остается тот же самый. Почему мы все решения получили? Они у нас теперь зависят от параметра k, соответственно, мы можем перебрать просто все решения. Ну, да, k тут целое опять, да? K пробегается целое число. Но в смысле перебрать? Про перебрать непонятно. Как бы... Значит, почему это все решения? Почему это все решения? Ну, я бы сказал так, что пусть есть какие-то два решения. Пусть x1, y1 и x2, y2 два, ну, разных решения. Тогда их разность x1 минус x2, y1 минус y2 это решение какого уравнения? Уравнение, которое является разностью двух. Ну да. Да. Ну, то есть, я утверждаю, что это решение уравнения AX1. Ой, а наоборот. A1x плюс B1y равно нулю. Ну, потому что у нас было A1x1 плюс B1y1 равно C1. И A1x2 плюс B1. Y2 равно C1. Мы их вычли. Получается A1 X1 минус X2 плюс B1 Y1 минус Y2 равно нулю. Ну вот. Отлично. Значит, если есть какое-то другое решение, то есть вот наше решение, которое мы перечислили, вот эти, они удовлетворяют этому условию. Если есть какое-то другое решение, то разность этого решения с ним тоже должно давать решение уравнения вот такого с нулевой правой частью. Значит, а решение уравнения с нулевой правой частью, как мы помним, это ровно вот эти штуки. Поэтому другое решение тоже должно быть такого вида. Окей? Вот. То есть мы как бы, ну, мы вычитаем и получаем, что, ну, все, что, то есть мы как бы берем, ну, если это прям аккуратно расписать, то есть, ой, бум, да не тем цветом я хотел. Значит, то есть вот у нас есть x1 какой-то, x0 плюс b1,
там k1, y1, x0 минус a1, k1. Есть какое-то другое решение, x2, y2. Но мы берем, вычитаем. Получается, что x1 минус x2 это равно x0 минус x2 плюс b1, k1. И это должно быть равно b1k для некоторого k. Ну, значит, x0, x2, оно как бы тоже вот такого вида. Вот. Следовательно, x0 минус x2 это тоже там, b1 умножить на какое-то k2, если хотите. И значит, следовательно, x2 такого же вида. Такого же вида. Ну, вот это я прям формально расписал, но вроде как надеюсь, что это и так логично, выглядит логично. То есть, подводя итог, значит, я поставлю треугольничек, а подводя итог, мы научились решать линейные диофантовые уравнения в полной общности. У нас, если есть уравнение, так, где оно тут? Вот это, ax плюс by равно c, то алгоритм такой. Мы сначала, ну, во-первых, сначала проверяем, что есть решение, то есть c делится на нота b. Дальше ищем по обратному ходу алгоритма Евклида какое-нибудь одно решение x0, y0, вот такого уравнения. А дальше просто записываем ответ. Вот это ответ. Вот. То есть самое сложное в реализации этого алгоритма это найти хотя бы одно решение x0, y0. Дальше, если мы его нашли, то мы просто уже записываем ответ. Так, вопросы? Да нет, наверное. Хорошо. Ну, то есть на семинаре там вы потренируетесь все это делать. А пока так. Значит, ну, дальше... Я хочу поговорить про китайскую теорему об остатках, но, видимо, уже в следующий раз. Давайте я, по крайней мере, анонсирую. Китайская теорема об остатках. Это значит такая штука, что мы решаем систему сравнений по какому-то модулю. В смысле x без единички, просто x сравнимо с a1 по модулю m1 и так далее. X сравнимо с каким-нибудь k по модулю mk. Причем эти модули, они взаимно просты. Нод m-ытого, m-житого равен единице для любых ижи. Тогда существует единственное решение. Существует единственное решение по модулю произведения m1 и так далее, mk. Вот такая немножко, ну, может быть, на первый взгляд, странная формулировка, но она позволяет нам решать системы таких вот самых простейших сравнений в общем случае. Вот, и мы с этого в следующий раз начнем. Ну, на сегодня, наверное, тогда все. Так, вопросы?